Ровно год назад в Воскресенском социально-реабилитационном центре открылось отделение для детей с особенностями развития. Главные гости на первом дне рождения, конечно же, дети. Для них яркое представление подготовил театр ростовых кукол «Софит». Робот Бронислав научил ребят веселым и зажигательным танцам. А для родителей самая большая радость – это улыбка на лицах детей. Весело прыгаем на счет два, ручками машем мы на счет три, а на четыре головой вот так. Елена Фадеева с дочерью посещают отделение со дня открытия. За этот год вместе с другими детьми и родителями они стали настоящей семьей. Нам очень нравится, как здесь проводят сами занятия. Дочка сюда бежит быстрее, чем в садик. Если она знает, что мы идем в центр, то она с удовольствием сюда несется, что остановить нельзя. Здесь дети занимаются с логопедом-дефектологом и с удовольствием выполняют упражнения лечебной физкультуры. Особенно они любят сенсорную комнату и бассейн с шариками. Нам очень сильно здесь нравится. Нам еще плюс здесь бесплатно оказывали курсы. Учили нас, как правильно заниматься с детьми. Приезжали с фонда Дональда Макдональда. Очень хорошо относятся здесь к детям. К сожалению, детей с ограниченными возможностями здоровья становится больше. На сегодняшний день отделение посещают 36 юных воскресенцев. Центр постоянно развивается, открывая новые востребованные направления. Планируем оказание дефектологической помощи. Это очень востребовано, это очень нужно. Планируем сделать группы коротковременного пребывания. То есть это родители могут на определенное время оставить детей в учреждении, сами отдохнуть от своего ребенка, потому что дети очень трудные, как правило, дети, не посещающие образовательные учреждения, домашние дети. Поэтому данный вид помощи, я думаю, будет очень востребован и необходим в нашем городе. Денис Цветков, Евгений Стародубов, новости «Искра Вект».